Ну, достаточно близко уже. Прям вот буквально тут, наверное, за елками где-то на полянке. Сейчас а, я. Вот он рядом, рядом уже все хрюкает. И... Ага, я слышу, да. Антоха, он на меня идет. Сейчас я подтягиваюсь. Антоха, ебать, он меня сейчас заколет. Хорош. Да, это что-то близко прям бумкнуло. Как-то громко. Тихо. Чересчур. Конечно, мы же где-то близко просто. Ебать, нет. Прям сюда. Нет, прям на нас. Убегаю. Убегаю. Опа, я поднял вверх глаза и вижу, как она падает. Успеваешь? Не, я уже кашляю, у меня уже порезы. Да. Там антидот есть, если что, я думаю, выживем. О, грибочек. Гнилой, правда, ну ладно. Все, я выбежал, но есть порез. Возможно, я даже не заразился, Антох, так что все норм. Бактерия появится чуть позже. Да? А ты с какой стороны? Я выбежал как раз где-то, где ты. Я чуть дальше думаю, оттянусь от забора. Я поднимаюсь вверх. Стопы, стой на месте. Остановился? Ага. Я чисто в тебя пришел. Ты куда побежал? Да куда? Ну, немножко оттянуться, другую елку стать, да. Понятно. Но у тебя нет этих бактерий. Бактерий пока нет. Возможно, я не успел, потому что я очень быстро выбежал.